река вскрылась, то, что замерзло, размерзло, лед с водой, но мы вперед. Однако кобелек молодец, ну не хочешь — не надо. Зубаш клацает. Вот такой вот аппетит у кобелька. Да ну вас нафиг. Хоть хлебушка, да поем вдоволь. Мало ли тут будете. Ой, ой, ой. Смотрите на меня. Соизволила хлебушка поесть. Ой, 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 ой. Все, харе. Поглотал все. Пролезло, все нормально. Набрали. За дело браться, да? Случай в кафе. Сейчас все поменялось. И раньше в этом здании был гастроном. Магазин с высокими потолками, с разными отделами. И вот наступили иные времена. Все это переменилось. И решили гастроном поделить, поделили на различные закутки, и в одном из них решили сделать кафе. И как раз это кафе пришлось на мясной отдел. А так как вроде как места мало, площадь, то решили в этом большом помещении сделать второй этаж. Ну что, чувствуется ты поводком, все как положено, да? Не-не-не-не, не надо, фу-фу-фу-фу, меня уже одна замазала. Пошла побегать, ну бегай. Вот, в результате там все все, знаете, сгрудилось на этой площади. Там понаустанавливали побольше столиков, мест, второй этаж под самым потолком. Ну и кафе как бы открылось, и вот с друзьями решили его посетить по их инициативе. Зашли в этот курятник. Мне сразу не понравилось. А так как места только можно там на 5 человек на втором этаже, под этим потолком, вот я сразу почувствовал что-то нездоровое. И как-то даже это. Все время я провел такой какой-то угнетенный. Угнетенный. Вот, и после этого мы были в субботу.
Вот. В понедельник у меня сопли побежали. То есть я думаю, ну откуда? Гулял, то есть все, 5-10. А вот можно подцепить в таких вот местах. Да, ну гуляй. В таких местах, где вот люди ради наживы так вот, не понимая, что эти помещения не для того приспособлены, пытаются с них что-то там выжимать. А само место уже не приспособлено для этого. Оно пропитано этим мясным отделом, уже оно несет какие-то флюиды нездоровые. А тем более, если там еще поешь. Не знаю, как вы, а я вот такие места чувствую. Интересно, вопрос к вам. А чувствуете ли вы такие места? Напишите, поделитесь своим мнением. Я теперь это место буду стороной обходить и посещать. Да и я люблю посещать места, где потолки высокие, коридоры широкие, чисто, светло. Вот свет немаловажный. Ну и как-то вот атмосфера радостная. Это те показатели, когда стоит в эти места заходить.